Всем привет! Вот показываю свой салат, эксперимент с салатом. Высадили его в теплицу дней 5 назад с кассет. Ему уже 2 месяца. Вот такой вот он. Не знаю, получится до февраля вырастить его, нет. Но, как говорится, лучше капля опыта, чем тонна наставлений. Будем учиться на своих ошибках. Вот, попадаются такие и такие, и вот такие даже. Посадил я его на расстоянии 30 сантиметров в шахматном порядке. 3 сорта. Днем теплицу не отапливаю, в ней около 10 градусов. Ночью протапливаю, тоже держу около 10 градусов. Вот здесь проложил каплю, трубки отопления. Ну, посмотрим, время покажет, получится что-то или нет. Стоит ли его пробовать на зиму, или лучше пусть теплица отдыхает. Вот так это все выглядит. Другой сорт. Агроволокном я отсекаю вторую половину теплицы, чтобы зря не топить. И это очень существенно экономит дрова. Ну что, время покажет, получится у меня что-то или нет. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. До новых встреч.